В белорусской столице стартовал международный турнир по волейболу среди женских команд, приуроченный ко дню города Минска. На площадке Чижовка-арены серебряный призер Кубка ЕКВ, пятикратный чемпион Беларуси, столичная минчанка, одержала победу над Сахалином из Южно-Сахалинска 3-0. Вся предсезонка построена на том, чтобы подойти к турниру, посмотреть физическое и тактическое состояние команды, сделать выводы и что-то исправить, успеть перед началом чемпионата. Также участие в турнире принимают новичок российской суперлиги «Калининградский Локомотив» и «Иртыш Казхром» из Казахстана. Завершится турнир завтра.